Это фрагмент выступления Максима Голованова на всероссийских соревнованиях по всестилевому карате в Новочебоксарске. Спортсмен демонстрировал свои умения в ката. Это что-то вроде показательных выступлений единоборцев, своеобразный бой с тенью. Максиму пришлось работать в непривычном для него стиле. Я выступал в стиле водорю. Он отличается своей быстротой, отличием движений. Там стойки, другие блоки, удары. Несмотря на то, что на турнире всероссийского уровня он выступал впервые, Максиму удалось занять 3-е место в своей категории. Вместе с ним на соревнования в Новочебоксарск ездили еще 4 зареченцев. Итог выступления нашей команды – 3 призовых места. 2-е место у нас выступал Андрей Шумкин. Он кандидат в мастера спорта. Он подтвердил свои знания и дали соревнования опять же. Призером соревнований стал и Артур Хачатрян. Он недавно перешел в новую возрастную группу. На турнире в Новочебоксарске Артур впервые соревновался со спортсменами 14-15 лет. Они были более опытными, они выступали уже много в этой категории. У них была техника более лучшей, потому что они, раз они старше, значит, больше занимались. Хорошая техника, у них была скорость хорошая. Тем не менее, Артуру удалось выделиться на фоне противников и завоевать бронзовую награду. Побороться за победу в Новочебоксарск приехали спортсмены со всей России. В данном соревновании участвовали более 25 регионов нашей страны. Даже принимали участие ДНР, Донецкая Народная Республика. Но серьезное соревнование – это один из этапов отбора на чемпионаты России. Это были первые всероссийские соревнования в новом учебном году. Впереди у наших каратистов еще много стартов и побед. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».